Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале компании «Купи салон», мы продолжаем рассказывать о своих работах по перетяжке салонов автомобилей, их дооснащения и стараемся делать эти выпуски все время интересными, разнообразными, предлагая вам посмотреть на очередной интересный проект, в данном случае выполненный в автомобиле Mazda 3. Это новый кузов, новое поколение, и машина выглядит, на мой взгляд, неоднозначно, но есть огромное количество фанатов этого бренда, которые, конечно, со мной не согласятся и скажут, что Mazda открыла новую страницу в экстерьерном дизайне, но если Mazda открывает страницы в экстерьерном дизайне, кто-то должен открывать новые страницы в интерьерном. Надеюсь, нам удается это делать хорошо. И если так, лайкните это видео, обязательно прокомментируйте его и, конечно же, кликните на колокольчик, подписавшись на наш канал, чтобы следить за выходом новых серий. А я хочу обратить ваше внимание на то, что любой тканевый салон в недорогом автомобиле, конечно, служит не очень долго. И для того, чтобы сделать машину более долговечной, практичной, ну и, конечно же, привлекательной, стоит обратиться к специалистам, которые, так сказать, наведут марафет. Что сделали с этим автомобилем, я думаю, ясно сразу. Использовали классическое, абсолютно непоколебимое и устойчивое сочетание двух цветов. Черная фактурная эко-кожа по бокам и светлая кремовая в центральной части сидений, а также на подголовниках и дверных вставках. Такое сочетание использовалось еще в прошлом тысячелетии и будет использоваться еще долгое время. Ведь салон выглядит достаточно контрастно, ярко, молодежно и, конечно же, он выглядит очень свежо. В небольшом автомобиле светлые вставки добавляют объема, пространства, делая поездки более уютными, комфортными. Ну и я надеюсь, такой салон приглянулся и вам. Если так, не забывайте о том, что эко-кожа легко чистится, моется, и переживать за то, что светлый цвет быстро убьется от штанов, от куртки, перейдет краска, грязь в поры этого материала не приходится. Дело в том, что эко-кожа моется обычной влажной губкой, имеет огромную гарантию, чаще всего это 5 лет, и великолепно себя ведет как при высокой температуре, так и при низкой, обладая высокой паропроницаемостью, и она даже устойчива к воспламенению или оплавлению. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает курить в автомобиле сигареты. Я же считаю, что сам проект у нас получился замечательным, он прост, он делается всего один рабочий день, и мы с радостью готовы выполнить этот проект буквально с утра начав и вечером закончив. Если и вам он приглянулся, обязательно напишите свои комментарии, а также подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и Drive2.ru. Там мы всегда выкладываем свежие актуальные видео с нашего производства. Кто знает, может быть, и вы приедете к нам и станете нашими гостями, клиентами и добрыми друзьями. Удачи всем, пока!